Всем привет! Hi there! This is 24th lesson. Let's start. Verb «говорить» – to talk. This verb has two pairs of perfective verbs. Uh, in first case, when «говорить» is like «разговаривать» – have a conversation. In this uh, sense, these verbs are interchangeable. You can say «говорить» with whom – about whom – «о ком». About what? О чём? Also, разговаривать. С кем? О ком? О чём? Perfective form of the verb говорить is поговорить. So, have a conversation. One time. Uh, plus. With whom? About whom? About what? I talk to her sometimes. Я говорю or разговариваю с ней sometimes, иногда. Я говорю, разговариваю с ней иногда. We often talk about this. We. Мы. Often. Часто. Говорим. Or разговариваем об этом. Мы часто говорим, разговариваем об этом. They are talking to each other. Они говорят, разговаривают to each other, like between themselves, между собой. Они говорят, разговаривают между собой. Also each other it's uh, ДРУГ с другом. You can also say они разговаривают, говорят друг с другом. But more common между собой. We need to talk to them. It's perfective form. So like one time. We need нам нужно or nam надо, as you remember. поговорить. To them. С ними. Нам нужно поговорить с ними. So, talk to, it's like talk with, с, with. Поговорить с ними. I want to talk to her about this. Я хочу поговорить с ней об этом. Я хочу поговорить с ней об этом. Also, perfective form form the verb, like one-time action. So, говорить, разговаривать, like have a conversation, plus с кем, plus is плюс, плюс с кем, о ком, о чем. Поговорить. Perfective form. Совершенная форма глагола. Поговорить. С кем? О ком? О чем? Я говорю, разговариваю с ней иногда. Я говорю, разговариваю с ней иногда. Мы часто говорим Разговариваем об этом. Об этом. Мы часто говорим, разговариваем об этом. Они говорят, разговаривают между собой. Они говорят, разговаривают между собой. Нам нужно поговорить с ними. Нам нужно поговорить с ними. Я хочу поговорить с ней об этом. Я хочу поговорить с ней об этом. Second case, when говорить is effect of information transfer, like to say, сказать. А сказать is perfective form of the verb, говорить, in this meaning. Говорить, сказать. Кому, whom, что, what,

Я постоянно говорю ему это, об этом. I remind you that preposition about has three forms ob when the next letter is vowel, like here, or when the next letter is consonant. For example, about him нём. and about me Обо мне. Обо мне. We need to tell him this about this urgently. We need num нужно or nada. Let's put urgently. Срочно. Urgently, срочно. Сказать because perfective forms the verb, one-time action. Ему это об этом. Нам нужно срочно сказать ему это. Нам нужно срочно сказать ему об этом. No need to tell him this about this. You see that it's one time action. It should be perfective verb. But in this case, when you have negative sentence with no need, we don't use сказать. We use не нужно говорить ему это об этом. Just remembers it. Не нужно говорить ему это об этом. Because не нужно сказать ему. It's wrong. Говорить, сказать. Плюс кому, что, о чем. Я постоянно говорю ему это. Об этом. Я постоянно говорю ему это. Я постоянно говорю ему об этом. Нам нужно срочно сказать ему это. Об этом. Нам нужно срочно сказать ему это. Нам нужно срочно сказать ему об этом. Не нужно говорить ему это об этом не нужно говорить ему это не нужно говорить ему об этом рассказывать рассказать плюс кому whom что what о ком about whom о чем about what it also means tell but it, it's different from говорить сказать because рассказывать or Its perfective form, рассказать, refers to something long. For example, story, news, fairy tale. My father tells me bedtime stories. Tells generally in perfective form. My father, мой отец or папа, рассказывает мне bedtime stories. Сказки. на ночь. Мой отец рассказывает мне сказки на ночь. I want to tell you the news. Perfect for one-time action. Я хочу рассказать тебе новость. Я хочу рассказать тебе новость. I need to tell you about myself. Мне нужно or надо, more informal, рассказать о себе. Мне нужно рассказать о себе. Рассказывать, рассказать. Плюс кому, что? О ком? О чем? Мой отец рассказывает мне сказки на ночь. Мой отец рассказывает мне сказки на ночь. Я хочу рассказать тебе новость. Я хочу рассказать тебе новость. Мне нужно рассказать о себе. Мне нужно рассказать о себе. Communicate – общаться. Пообщаться. Пообщаться is perfective form. Плюс с кем, with whom, о чем, about what. I still talk to my childhood friend. Я до сих пор. You should remember this A set phrase. It's like till this time still, uh, because para is period time. Uh, Сейчас it's like this. Till this time. It's very common phrase. До сих пор общаюсь с другом детство. Я до сих пор общаюсь с другом детства. Детство из childhood. Друг детства. Childhood friend. We don't communicate with her. Мы с ней with her не общаемся. Мы с ней не общаемся. Or you can say мы не общаемся с ней. If you want we can talk by phone. In this case it's perfective form. So, if you want если ты хочешь we can мы можем пообщаться or поговорить as you want по телефону. Если ты хочешь, мы можем пообщаться по телефону. He wants to talk to me. Он хочет пообщаться со мной. Он хочет пообщаться со мной. Like one time. But in this meaning, он хочет пообщаться. It's like More negative message. Uh, also you can say он хочет поговорить со мной. Общаться, пообщаться. Плюс с кем, о чем. Я до сих пор общаюсь с другом детства. Я до сих пор общаюсь с другом детства. Мы с ней не общаемся. Мы с ней не общаемся. Если ты хочешь, мы можем пообщаться по телефону. Если ты хочешь, мы можем пообщаться по телефону. Он хочет пообщаться со мной. Он хочет пообщаться со мной. Also you remember about me abamne with me also sumnoi and an o if here sne you see here a consonant and here a consonant but with me it's some no с, с ним, with him just as. let's consolidate knowledge I always talk to my family Я always всегда говорю, разговариваю. You also can say общаюсь. Like communicate. С семьей. Я всегда говорю, разговариваю с семьей. You never tell me anything ты never никогда anything ничего не рассказываешь мне ты никогда ничего не рассказываешь мне in this context «рассказываешь» it can be about news uh, fairy tale stories something long You need to tell the doctor about this. One-time action. Тебе нужно or надо more for, more informal. Сказать доктору about this. об этом. Тебе нужно сказать доктору об этом. My brother often communicates with his grandparents on the phone. My brother. Мой. Брат. Often. Часто. Общается. You can say also разговаривает, говорит. С. Бабушкой. И дедушкой по телефону. Мой брат часто общается с бабушкой и дедушкой по телефону. I remind you that grandparents we just in Russian call бабушка и дедушка. We need to talk to solve this problem. Нам нужно поговорить, чтобы solve. Решить эту проблему. Нам нужно поговорить, чтобы решить эту проблему. Я всегда говорю, разговариваю с семьей. Я всегда говорю, разговариваю с семьей. Ты никогда ничего. Не рассказываешь мне. Ты никогда ничего не рассказываешь мне. Тебе нужно сказать доктору об этом. Тебе нужно сказать доктору об этом. Мой брат часто общается с бабушкой и дедушкой по телефону. Мой брат часто общается с бабушкой и дедушкой по телефону. Нам нужно поговорить, чтобы решить эту проблему. Нам нужно поговорить, чтобы решить эту проблему. He wants to tell his parents. This. Он хочет рассказать. This это родителям. Он хочет рассказать это родителям. My boss wants to talk to you. Talk like communicate. Perfective form. Also you can say just talk. Мой начальник хочет поговорить или or пообщаться с you plural or formal с вами мой начальник хочет пообщаться с вами my sister constantly recites poems to us моя сестра Constantly. Постоянно рассказывает нам poems. Стихи. Моя сестра постоянно рассказывает нам стихи. With poems, стихи, we use рассказывать. Рассказывать стихи. His friend constantly compliments girls. Его друг постоянно говорит комплименты girls девушкам. Его друг постоянно говорит комплименты девушкам. Also with комплименты we can uh, we can use делать like make compliments делает комплименты говорит комплименты. We haven't communicated for ten years. We, мы, не общаемся уже, like already, десять лет. Мы не общаемся уже 10 лет. Also you can say, мы не общаемся 10 лет. Мы не общаемся 10 лет. Without уже already. Он хочет рассказать это родителям. Он хочет рассказать это родителям. Мой Начальник хочет пообщаться с вами. Мой начальник хочет пообщаться с вами. Моя сестра постоянно рассказывает нам стихи. Моя сестра постоянно рассказывает нам стихи. Его друг постоянно говорит комплименты девушкам. Его друг постоянно говорит комплименты девушкам. Мы не общаемся уже 10 лет. Мы не общаемся уже 10 лет. If you have watched this video up to this point, you're a hardworking person. See you.